Итак, привет, друзья, подписчики. Давайте продолжим проходить Pineview Drive. У нас начался второй день. Я же забыл даже управление здесь. Хотя у нас здесь все просто. Все просто и громко. Напомним, это такой хоррор, где мы все ходим и ничего толком не происходит. Но при этом нас постоянно пугает звуками и сильно просаживаются FPS. Я не знаю, почему FPS здесь так проседает на моей 970-й видеокарте. Это для меня, видимо, навсегда станет какой-то загадкой. Но это же хоррор. Поэтому должен быть хоррор не только для меня, но, видимо, для моего компьютера тоже. А, точно, я же могу бегать еще при этом. Ладно. Как мы помним, мы приехали в отель, где там то ли 15, то ли 20 лет назад что-то произошло с его подругой. Только я не понимаю до сих пор, почему он приехал только сейчас, а не те же самые 15-20 лет назад. Ну и бытует мнение, что в этом отеле никто не проживал дольше 30 ночей. Ну вот одну уже пережили. Я думаю, нам надо сходить куда-то на улицу. Это рассвет или ночь идет, мне не совсем понятно. Так, у нас даже ворота, но они были, в принципе, открыты. Машина все стоит. Опять вот эти вот шорохи. Так, ага. Я так понимаю, это ночь надвигается. Днем тут точно не пахнет. Так, у нас есть фонарь даже. Мы здесь, по-моему, почти даже все открыли. Почти все двери сзади, как мы помним, то зайти не можем. Ну реально, то есть эта игра, я не знаю, она прям крепко держит за горло, еще за другие места своими шумами. Здесь просто находиться страшно. Еще это пугало непонятно. Так, и зачем я на улицу только вышел ночью? Так, ну я думаю, эта дверь все равно сейчас не откроется. Блин, да что так нагнетает, а все. Надо, наверное, назад в дом идти. Пока ветер без камней. Фонарик сел еще. Я не понимаю, как он перезаряжается. У него всегда почему-то одна полоска. И не более того. Опять все стемнело, а? Ну да, пойдемте лучше в дом. Я не хочу здесь бродить. Так, а мне хоть какую-нибудь там, я не знаю. Закрой дверь. Отлично, сама закрылась. Вообще ни ключей, ничего нету. Ходим там же. Зачем, не ясно. Ну ладно, давайте хоть везде зажгем свет. Со светом все-таки как-то получше будет, я бы сказал. А где включает? А, здесь. Хожу я по одним и тем же комнатам, как вы могли заметить. Вот батареечки хоть и есть. Тоже хорошая вещь такая. Если они автоматом перезаряжаются или нет все-таки. В моем понимании, если я вставил батарейку в фонарик, то у меня фонарик полностью заряжен. Заряженными батарейками. Ну, видимо, у меня не сходится с их пониманием. У меня почему-то одно деление, видимо, потом батарейки выкидываются. Или, может быть, их как-то можно заюзать, перезарядить, не знаю. Так, ну и что мне здесь делать-то? Я тут, в принципе, все почти обошел. Куда ключ я не нашел. На улице была только одна дверь, насколько я помню.
Дверь будет заперта. Вы будет молодой человек, сходите. Книжки хоть почитал бы. Хоть чем-то полезным заняться. Вы, блин, слышите это? Так тут шипит на улице. Мне даже главному герою страшно. Слышите, как он дышит? Мне надо что-то найти. Какой-то ключ еще. Это, не знаю, какую-то записку. У меня тут же нигде не пишется. Нет, вообще нигде не пишется. Что мне надо сделать? Зачем? Задание же где-то отображалось, по-моему. Просто второй день. Пожалуйста, говорит. Катулочка с прекрасной музыкой. Ну все, собрал же все ключи. Не, ну жутковато, конечно, речи мало, но все-таки это. Что делать-то? Было бы еще классно, если вот так смотришь, что вдали там прошел бы, ручкой помахал. Ну ты как бы в голове это себе уже представляешь здесь, по сути. Я надеюсь, что смотрите вы это именно в наушниках, потому что звук, ну я не знаю, он вообще он дико пугает. Что за пс? Что это сейчас было? Пс. Эй, пс-пс. Прием. Здесь даже настройки, вот. А, управление-то здесь у меня все равно нету. Ладно. Где-то есть все равно какой-то ключ, упущенный мною. Вы слышите, как кто-то ходит? Можно я где-нибудь здесь в уголке присяду? Блин, меня бы хоть направили бы куда-нибудь. А то не зайти никуда, ничего. Такая музыка, будто вот-вот-вот-вот что-то произойдет, но по-прежнему все тихо. У меня почему-то такое чувство, что я могу бегать здесь бесконечно долго, так ничего не найдя. Да возьми ты уже как-то перезаряди эти батарейки, я не знаю, какую клавишу. О, вот, неужели? Все, понял. Сейчас мы нормально светим, никого можем не бояться. Это была то ли клавиша R, то ли клавиша T, я не совсем понял. Вот. Здесь нормальный фонарь у нас. Was that a noise in the hunting room just now? Че ты говоришь? Кому ты говоришь? Он говорил про сейчас. Так, может быть, еще какие-нибудь кнопочки есть активные. У нас есть два ключа, чего? Я не знаю, чего эти два ключа. Так, ладно, последний заходик сделаем, опять круг. И не знаю, мы пойдем наверх, что делать. Ой, на улицу, то есть. Там чуть побегаем. Симулятор искания ключей во всей красе. Лечь поспать я не могу, присесть ниже посмотреть тоже. Что-то же они должны открывать.
Ладно, пойдем прогуляемся. Мне почему-то кажется, что я как в первый раз опять буду бегать здесь непонятное количество времени. Пусть как чего-либо. А это что-то всегда было у меня где-то перед глазами. Сова кукукает. Ну, нормально. Вот эти шумы даже можно не обращать внимания. И постоянно, но там все равно никого нет. Так, ну, я насколько помню других дверей. Особняк нет на улице, только та. Та закрыта. Качели качаются. Вот, вот это здесь я свет включал. Это отлично помню. Блин, я вот все жду, что какая-нибудь, я не знаю, хрень выбежит и сделает мне больно. Да вы что, правда, что ли? Зачем эти звуки? Так, а это куда ключ? Не, здесь тоже все закрыто у нас. Дальше мы не можем пройти. Блин, ребят, я честно даже не знаю, что здесь делать. Просто ходить бессмысленно пугаться. Так и не найдя выхода. Вы тоже слышите, да, как кто-то вот бегает прямо возле меня, но при этом там нету никого. Блин, ну, кстати, я помню до этого. Он хоть что-то говорил, что мне надо сделать. Так, блин, я даже не знаю, как какое-либо меню вызвать. Видимо, здесь нет такого меню. Ладно, еще пойдемте назад в дом. Еще батареечку. Не, ну опять же, что-то же прям вот на видном месте, видимо, упущено мною. Не спеша, мы сейчас все осмотрим. Уголок за уголочком. Что, ну есть же где-то две двери, которые можно открыть ключами. Но какой-то важный ключ еще пока нами не найден. Вот он, точно. Все. То есть вот, мы просто бегали все это время, ключ был здесь рядом. Все у нас есть. Ключ от какой-то двери появился. Ребята, извиняюсь, что я так долго искал все это дело. Всякое бывает. Москва же тоже не сразу строилась. Вот и я не сразу нашел ключ. Надеюсь, не слишком много времени потратил на это. Ну, по крайней мере, начало дано. Так. В этой комнате мы уже были. Я так понимаю, значит, ключ нашли где-то от второго этажа. Как батарейка у нас опять вагон, можно спокойно заряжать, чтобы полностью бегать заряженным. Приспокойненько. Вот, отсюда. Игра довольно-таки интересная, мне очень интересно, чем она действительно закончится. Чем-то она вот подлавливает. Вот он еще ключ. Смотрите это, пожалуйста, ночью, чтобы понимать весь мой ужас.
Сейчас опять иди говорит, назад. Пробую открывать двери на первом этаже. В этом вся суть. Открываем на первом этаже. Находим ключ от второго и наоборот. Так, здесь я был. Может быть отсюда все? Нет, не отсюда. Так, тоже не отсюда. Вот насколько я помню, у нас вот это вот открыли, нашли спички. Еще комнату вдали. Тоже свет включу. Батареечки. Где-то ключик должен лежать. Ой, и записочку. Какая-то музыка непонятная. Это был прекрасный день на море. Ночью нас разбудил какой-то шум. Однако я не смог найти его источник. Так, и все, да, третий день. Ну ладно, ребят, спасибо, что посмотрели. Будем записывать понемножечко по одному дню. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, если понравилось. Нам нужно, как говорится, больше лайков. Чем больше лайков я собираю, тем быстрее снимаю, соответственно, продолжение. Спасибо, ребят, что глянули. Всем спасибо, всем пока. С вами был я, Алексей Смертников.